Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 марта, и сегодня вот у меня на разделочном столе встретились томаты разных-разных сроков посева, как я их называю, разного призыва. Вот эти самые первые, которые уже проходят перевалку. Вот эти, которые я еще не пикировала, собираюсь пикировать, только стаканчики приготовила. И предоставилась прекрасная возможность показать вам, чем отличается пикировка от перевалки, зачем мы все эти манипуляции делаем. Потому что у меня, так как разные даты посева, у некоторых, например, если они пикируют, то в это время о перевалке еще даже речи быть не может. А у меня, видите, они нахлёстываются один период на другой. Я сейчас вам все расскажу. Вот эти томаты, видите, они посеяны загущено. И самое первое, что я с ними делаю, это пикировка. Пикировка – это более травматичная такая процедура, потому что пикировка – это обязательно с повреждением корневой системы. Но даже если кто-то не прищипывает, вот у меня с обязательной прищипкой вот этого вот стержневого корешка, если даже кто-то корешок не прищипывает, все равно одно то, что мы вытаскиваем их со старого грунта, вот эти иногда обрываются, нарушаем вот эту сцепку с грунтом, это все равно считается травмой для растений. Вот пикировка у нас сопряжена с такими травмами. Но я сразу вас успокою, что томаты, они очень живучие, они очень выносливые. Все, при пикировке я отсюда сеянец вынимаю с общего вот этого вот рассадного, с посевочного, и до семидолей заглубляю. Все. Обязательно очень плотно, чтобы земля со всех сторон, как обжать вот эту корневую систему, чтобы не было воздушных полостей, чтобы все было плотненько. И поливаем. Это пикировка. Запомните, во время пикировки обязательно в той или иной степени мы повреждаем корень у растения. Перевалка. Про перевалку я только что вам показывала. Когда сеянец у меня 3 недели порос вот в этом стаканчике, в который я его распикировала, я вижу, что уже корневая система у него прекрасно нарастилась, много листиков, я начинаю делать перевалку. Ссылка на процесс весь перевалки будет в описании к этому видео. Перевалка – это безболезненная, не травмирующая растение процедура, когда мы с маленького объема, вот, например, на этом покажу, когда мы с маленького объема просто берем все это растение, вместе с корнями, со всеми потрохами, и перекладываем вот в такой большой стаканчик, досыпаем и вокруг, и сверху, и снизу добавляем земли. Вот это перевалка. Перевалку зачастую растения даже не замечают, что они прошли процедуру перевалки. Просто корням им становится свободнее. Они сразу делаются коренастые, они обычно толстеют. И, ну, вообще выглядят намного лучше, чем в маленьких стаканчиках. Все. Вот это отличие пикировки и перевалки. Сейчас дальше я отвечу на вопрос, можно ли выращивать томаты вообще без пикировки. Ну, конечно, можно. И у меня наглядный пример этому тоже есть. Сейчас я вам покажу.